Привет, ребята! Это Максим Булка, а это Дима Егоров, райдер магазина «Стап». И мы вместе хотим вас пригласить на всеукраинские скейтбордические соревнования среди аматоров «Дорогу молодым», которые состоятся 28 июля в скейт-парке «ГАМ». В этих соревнованиях смогут поучаствовать молодые, неспонсируемые скейтбордисты от 6 лет. Начало контеста состоится ровно в 3 часа дня. После контеста будет просмотр скейт-видео и вечеринка. А также приятный бонус для всех, кто придет на соревнования, и зрителей, и тех, кто будет участвовать. Каждый, кто придет, абсолютно каждый, получит вот такую вот банку Red Bull, вот такую вот классную наклейку «Гавань», а также бонусы от магазина «Став». Вот такая вот наклеечка и сертификат на сумму 50 гривен. Вот. Вы можете прийти с ним и взять себе что-то на 50 гривен. Подарок на 50 гривен от магазина «Став». Так что, ребята, не пропустите. Обязательно приходите. Ждем вас всех 28 июля в скейт-парке «Гавань». До встречи. Пока. Running like the rebels, you and LV's.